Сейчас я нахожусь на задворке, что ли, скажем так, во дворе улицы Павлика Морозова. Вот, просто не удержался это дело заснять. Ну, здесь особая такая красота. Достаточно чистый дворик в таком старо-кёнигсбергском виде того Калининграда, который, так сказать, был в моей молодости, или в юности, или даже в детстве, скажем так. Вот. Это немецкий дом, это его сторона тыльная, выходящая во двор. Тихо, уютно, ну, достаточно чисто. Нету свалок, цветы растут. Мне бы такой двор бы понравился, в общем-то. Здесь вот улица Павлика Морозова заворачивает влево, вот, поэтому идет изгиб здания. Здесь здания длинные такие. Это бывший поселок Понарт немецкий. В наше время это Балтийский район, а в более современное время это Балтийский район, который поглотил был поглощен Московским районом. Все, нет Балтрайона, теперь у нас Московский район есть. За мной такой двор, достаточно симпатичный. Выход вроде есть там. Вот, еще раз посмотреть. Красиво очень. Тут яблоневые сады, вишни какие спелые. О, классно. Такой характерный подвал. Мне такие вот места нравятся в Калининграде. Тихие, чистенькие, зеленые, с немецкими домами. Не сильно нарушенными современными преобразованиями и переоборудованиями. Хотя окна тут уже практически все поменяли. И смотрится несколько дико на фоне вот этих стен. Но, тем не менее, это явный прогресс. Вот это выходим на улицу Павлика Морозова уже. Дом 61-63. Вот. Картина.